сейчас мы будем с тобой кушать конфетки. Я забыла помыть ручки. Капуша, без меня не кушай. А? Конфеты? Кто съел мои конфетки? Капуша, это ты? Мама, может ты? Я не ел твои конфеты. Придется приготовить еще. Василиса, тебя зовет Антон. Ну что еще? Мама, это точно не ты? Нет, я не ел. Сейчас ты и узнаешь. Ну, мама, сейчас попробуем. Ями! Выглядит вкусно. Ну, мамочка, держись. Капуша, не говори маме. Сейчас мы тебя раскроем и выложим в YouTube. Ями! Капуша, что это? Надо срочно заесть шоколадным яйцом. Тяжело. Ну, Василиса! Ha ha ha!